Всем привет, ребят. Ну что, очередной у нас обзорчик таланта, скажем так, не нового, но очень много вы вопросов задаете по поводу порочного пакта. И по поводу других талантов я тоже буду делать вам на них обзор, потому что у нас от обновы до обновы все меняется. В общем, у нас сегодня будет речь о порочном пакте, кому ставить, кому не надо ставить, кому бы... Кем я играю, кому он подходит, кому можно поставить, но не актуально. Вот у меня 216, давайте продадим один, может вам придет он на удачу. Поехали, я еще докачаю на фрейку, чтобы вы уже видели полноценно все. Мне просто вы скажете, бля, что ты делаешь? Я просто... Я был 20-й прорыв качнул одной раньше, и мне проще было прокачать талант Оракула. Так, окей, поехали. Все собраны, делаем вот так вот. Я показываю сначала те, кто у меня стоит, потом расскажу вам, кому оно надо, кому оно не надо. Давайте так, сейчас просто их всех подобавляем, и потом кому можно поставить. Опять же, оно не особо будет актуально. Ну, вроде так вот. Так, давайте начнем с тех, кем я играю. Минотавр. Гарпия показал вам... стоит, не стоит ставить, но смысла нет, бесполезно, потому что талант дает еще увеличение входящего урона, поэтому не актуально. Ну и сама гарпия по себе уже не актуальна, однозначно отпадает. Минотавр, да, как вариант, урон, все дела, ремка рунами вперед, но есть более универсальные для него талантики, например, та же самая ремка, а пакт можно поставить и 8, этого будет хватать. Либо железную волю потом можно поставить. Ну, для него это тоже актуально, тоже я таким бегом. Дрейк однозначно, да, ставите выживание на битву гильдий, на добивание зданий. Заходит только так на ура, а живо, выживание, то есть он будет у вас очень круто сносить. Бешеный урон, на него обзор тоже делал. Ему однозначно подходит череп, это чисто так поразвлекаться, поставить доспех, поулыбаться, и все будут сливаться при условии, что с вашего черепа не снимут его умения, а это бывает очень часто, поэтому это то же самое, что и гарпия топку. Малыш Ник, казалось бы, актуально на битву гильдии, но давно его не использую и не актуально для него, но ставить опять же можно, если вы бегаете на бега и вам, вы ником пользуетесь. Однозначно, да. Тесса то же самое, что и череп, беспонтово, чисто иногда потрошивать. Анубис для подземок, да, но не всегда. Для древних тоже вроде заходит, но не всегда. Есть универсальный талант, и не обязательно собирать его с увеличением входящего урона. Лучше поставить тот же самый бас, будет актуально. Но если поставить воодушку на угольную армию, очень круто сносит, точно то же самое на атаке форту, благодаря живы, тоже в принципе актуально. А Ронин показывал видео, просто бешеный урон, все, любая отражалка, он дохнет, очень дохлый вариант для Ронина, ну, смысла для него в этом таланте, честно говоря, нет. Но если вы любитель потрошивать и надеетесь, что пройдете, можете ставить на ЗБшку, в принципе будет неплохо. Одер. В принципе, да, для бездоната однозначно да, если у вас есть личный пакт, но я думаю, у вас его нет. На подземке, на PvP локации не особо, а вот для подземок, для прохождения у него очень крутой урон, на него я обзорчик вам сделаю. Фрейка, ну, показывал это изначально самый один из топовых талантов для нее, единственное, что есть получше талант, это тот же самый Баст, где сочетается урон и еда. Но если вы хотите там мега тупо наебать всех, то есть смысл ставить для Фрей, это один из топовых талантов и действительно стоящий талант для нее. Риббет, ну такое себе, унылое говно, скажем так. Огник, изначально да, но на сегодня опять же самый топовый будет Огник у вас с живой, но можно ставить, ставите рунами живу, например, у вас лестница на один раз меньше.
Так, то в принципе по урону вопросов нет. То же самое и Бугимен, можно поставить баст, будет поинтереснее, я даже думаю, чем точно так же, как и Фрея, чем просто пак, но с пак там сносит тоже очень много урона. То есть это герои, которых я использую, которых можно поставить. Дальше. Кому можно еще? Можно попробовать Леди Лео ремку рунами на PvP локации. Командору я вам показывал. Сборка была с пактом 9 на подземке. Просто разносит всех, все и вся. Очень легко пройти с ней подземки соло. Если хотите, пишите в комментах. Постараюсь вам там пройти до 7 кошмарки. Там и 7 частично. Чисто с этим героем покажу вам, что такое командора на максималке. Пишите в комментах. Гаргул смысла нет. Так, ведьма тоже смысла нет. Тестировал Ару с пактом. Вроде казалось бы будет много урона, фигня полная. Вольт то же самое. Лучше ему поставить проклятый доспех на сегодня. Будет больше толку у вас, чем вы поставите пакт. Будет сливаться. Так. Медуза тоже была с пактом, показывал. Вроде казалось бы актуальная, но тоже сливается очень быстро. Сердцеедку просили тестировать с пактом. Ну, скажу вам сразу, смысла от нее нет. Да, она будет круто шатать, но она будет сливаться на любой там отражалке. Лучше опять же тот же самый доспех ей поставить, будет более актуально. Так, призрачный Некрос. Тоже был Некрос изначально когда-то с пактом. Вы знаете проблему Некроса. Некрос с пактом фигня полная. Он сливается очень быстро. Нету ни дефа. Есть атака, которая себя как бы не показывает вообще. Ну, в общем, лучше вот опять же живо. Рунами можете поставить тот же самый пакт. И будет намного лучше. Для Рину можно ставить. Будет много сносить, но... не актуально, то же самое для Бигфута, для ворожей однозначно противопоказано такой талант, его салют в разы быстрее. Для хранителя смысла нет. Для Фрэнки, показывал Фрэнки с пактом, урона много, деф у него вроде есть, но мне что-то не зашло, мне больше заходит вот Огненка с них, либо Баст, более универсальный. Так. Афинка, ну была Афинка у нас изначально с пактом, ремка рунами, сейчас наоборот, опять же, ремка вернулась, из-за того, что дает урон, прокачиваете ремку по возможности на девятку, и у вас герой совсем другой, а рунами уже выбираете, что вы хотите. Седна была с уроном, да, урона дофига, но толку, честно скажу, очень мало. Так, сейчас, секунду, а то у меня битва гильдий, у меня тут атлант с обзора стоит. Это не понял. А, я вместо ворожая поставил. Такс. На чем мы там закончили? Блин, что-то простыл. Рогатка, Махатма. Махатма, в принципе, как вариант. Но опять же, утекание все-таки для нее топовое. Ну, для урона, если вы хотите потрешивать, вы можете поставить этим героем. Рогатки то же самое, показывал рогатку, классное все, но это не универсальный талант для нее. Для фена, ну, смысла нет, лучше все-таки ремка, либо живо, либо их менять местами, то есть такой вариант лучше, с пактом, честно, не то. Можно пробовать на древние, ой, точнее на подземке новые, но я скажу, и так хватает, просто надо победные, ремку и хватает с головой. Розаринде, смысла нет, и Трифиду тоже. В принципе, я вам так показал топ таких героев, которых я использую. Есть еще обычные герои, которых у меня нет. Их у меня нет, потому что они не актуальны. Соответственно, нету и смысла им ставить. Так, кого тут у меня нету с таких? Дракона нету. Ракаса то же самое, аналогично, но смысла бессмысленно. Инди нет, уже не вижу смысла для нее это ставить. Вот Варлоку можно поставить, показываем Варлока с пактом, когда-то с 8 еще.
Там такой бешеный урон. Если хотите, я думаю, вот в планах сейчас докачать и сливать героев и прокачивать Варлока с девятым пактом с максимальным прорывом, потестировать, что он будет выдавать. Ну, разруха то же самое, не актуально. И я, ну, это все такие герои у меня, их нет, ну, я их не качаю. Вот смерть тоже можно ей прокачать, тоже будет довольно-таки неплохо. Ну, всем остальным я как бы не вижу смысла тратить такой талант. Лучше тех, которых я вам изначально показал, рассказал, вот для них заходят. И опять же, все зависит от ваших прокачек, там, от чар, от созвездий, от питомцев, от локации, от команды. То есть нюансов очень много. Я вам просто показываю, что такое, как он более-менее универсальный, но опять же, каждая локация, каждый аккаунт индивидуальный, и все ваши прокачки, они решают. То есть я вам показываю в общем, вы уже каждый для себя определяетесь и думаете, где его использовать будете, потому что героя можно прокачать, вкачать его, сделать антистрелка, он ни хрена тащить не будет. Все, пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.